Здравствуйте, дамы и господа. С вами Владимир и компания Arbat Homes. Мы сейчас находимся с вами в замечательном районе Махмутлар. Это замечательный район в Алании с полностью абсолютно всей инфраструктурой. Тут находится абсолютно все, что нужно для хорошей комфортной жизни. Банки, школы, рестораны, больницы. Абсолютно все для комфортной жизни. Хочу вашему вниманию предложить сегодня замечательный элитный комплекс, который находится в стадии строительства. Сдача этого комплекса будет в декабре 2022 года. Данный элитный жилой комплекс будет состоять из 5 блоков. Будет находиться 720 квартир. В блоке есть абсолютно полностью вся инфраструктура. Наверное, это можно сравнить даже не с комплексом, наверное, даже с королевством, замком, потому что будет абсолютно все. Расположение проекта соответствует статусу премиального жилого комплекса. Небольшая удаленность от моря, комплекс представляет собой дома в современном стиле, с качественной художественной подсветкой, сдержанные лаконичные фасады благородных теплых оттенков с панорамным остеклением. Жилой комплекс будет располагаться в окружении великолепной природы Средиземноморья. Территория будет утопать в зелени. Сад комплекса ничуть не уступает дворцовым паркам. Будет разбито множество клуб, дорожек, водоемов и установлены фонтаны. Центральной осью территории будет проходить светодинамический музыкальный фонтан. Вдоль него расположится прогулочная дорожка, ведущая к центру садового ансамбля, бассейну «Инфинити». По левую и правую сторону от музыкального фонтана будут также расположены большие бассейны и зона отдыха с джакузи. Завершать зону сада будут композиции из тропических растений, площадка для мини-гольфа и кинотеатр под открытым небом. Сейчас мы с вами находимся непосредственно на самой стройке этого шикарного элитного комплекса. Хочу обратить ваше внимание, тут есть наглядный макет, как приблизительно будет выглядеть. Будет состоять из 5 блоков. По бокам находится вся абсолютно инфраструктура, то есть теннисные корты, аквапарк с водными горками. Также будет еще присутствовать бассейн с искусственными волнами, то есть это очень отлично для серфинга. Данный проект сочетает все возможности как для спокойного отдыха в прохладе бассейнов и садового парка, так и для активного отдыха. Для занятия спортом будут представлены 2 теннисных корта и детский веревочный парк. Для проведения досуга будет обустроена зона барбекю со столами и амфитеатр для праздничных мероприятий. Особенность данного комплекса еще в том, что выделили отдельную спа-зону и фитнес-зал исключительно для наших милых женщин. Закрытая территория комплекса и охрана обеспечат безопасный отдых для взрослых и детей. На проекте предусмотрена подземная парковка на 300 мест. Безопасность обеспечит современная система видеонаблюдения, предусмотрено в каждом объекте комплекса. Хочу также отметить, что рядом с данным комплексом достраивается школа одна, и в районе 200 метров находится еще одна школа. Также возле комплекса находится городская больница. Ну и, собственно, это Махмутлар. Здесь есть абсолютно вся инфраструктура для комфортной и уютной жизни. Так, с вами был Владимир, компания Arbat Homes. Данное предложение находится на нашем сайте под номером 3222, сайт arbathomes.ru. Заходите на наш сайт, ознакомьтесь со всей нужной информацией, подписывайтесь на наш канал на YouTube, будете получать самую нужную, свежую информацию о Турции в целом, скажем так, и о недвижимости. А с вами был Владимир, всем пока-пока!